50-летию славных пограничных войск страны было посвящено состоявшееся в Москве торжественное собрание общественности столицы. Секретарь ЦК КПСС Устинов огласил приветствие Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР советским пограничникам. Выступивший с докладом начальник Главного управления пограничных войск генерал-полковник Зырянов заверил Коммунистическую партию, советское правительство, народ, что советские пограничники и впредь будут надежно обеспечивать интересы Родины, дело мира и социализма.